Вот в СБУ сегодня заявили, что задержанным под Луганском россиянам предъявлено обвинение в терроризме. Ранее посольство России в Киеве потребовало встречи дипломатов с соотечественниками. Пока этого, как известно, не произошло. Но между тем нашим коллегам с ГТРК «Самара» удалось разыскать жену Александра Александрова. Она живет в Тольятти. Вот в эфире местного телеканала подтвердила, что муж уволился из вооруженных сил. Вот, собственно, что она рассказала. Вот здесь, в соединении специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Тольятти, до конца 2014 года и служил сержант-контрактник Александр Александров. Он не уроженец Автограда, но здесь его дом и здесь живет его жена Екатерина. Супруга россиянина, задержанного в Луганской области, согласилась встретиться с нашей съемочной группой в одном из скверов города. Александр Александров, о задержании которого сообщили власти Украины, это ваш супруг? Да, на видеокадрах это мой муж Саша. Я когда увидела его в интернете на фотографиях, было трудно поверить, что это он. Но потом, трезво оценив ситуацию, все-таки пришлось поверить, что это он. Является ли сейчас Александр российским военнослужащим? Он служил по контракту в декабре сержантом. В декабре он уволился перед Новым годом. А в чем причина увольнения? Его не все устраивало. Но также ему предложили хорошую работу в Самаре, как бы, и сказал, что зарплата хорошая, такая же. И больше времени на семью будет. Вот. Мы вместе приняли решение, как бы я его поддержала в этом. Вот. А каким образом Александр оказался в Луганской области? Вы знали что-то об этом? Я не знаю. Но он мне как-то говорил, что у него там по отцовской линии кто-то есть из родственников. Вот. Также он говорил, что какие-то курсы обучения нужно пройти где-то в Воронеже. Звонил мне часто, говорил, что все хорошо, скоро приедет. Но вы думали, что он на территории России? Да. Ну, да, я так и думала. А когда крайний раз, последний раз вы с ним выходили на связь? Позавчера мне стали звонить с незнакомого номера, с его номера незнакомые люди. Спрашивали мое имя, кто я, чей телефон. Ну, я подумала сначала, может, он потерял свой телефон и больше не отвечал на звонки. А каким-то образом официально украинские власти с вами связывались? Нет. А скажите, пожалуйста, как вы можете оценить по тем материалам, которые сейчас есть в сети, состояние своего мужа? Ну, я все видела, я постоянно смотрю новости. Трудно поверить, что это он в таком состоянии. До сих пор не верится. Он на видео, которое выложили, я вижу, что он даже не моргает, говорит очень тихо. Челюсть не двигается. Мне кажется, может, его пытали после ранения. В Тольятти сейчас находятся и родители Александра. Поддержать семью приходят бывшие сослуживцы отставного сержанта. Все вместе они надеются на благополучный исход. Дмитрий Пархоменко, Константин Тахтаров, Вести Самара из Тольятти.